играем под нагрузками и, не знаю, может, эмоционально уже потели, конец сборов. А так, даже я не знаю, как это, все игры сыграли и пропускаем по два мяча. Обидно, конечно, сами не можем понять, из-за чего. Первый тайм сыграли 0-0, второй тайм начали вроде неплохо. Потом пытались разыграть от ворот, сами себе привезли два мяча. Наверное, только так. А так уровень соперника, ну, не такой уж сильный.